почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Когда-то поэт Уильям Батлер Йейтс спросил у ирландского крестьянина, видел ли он феи. Тот с ужасом ответил, да мне от них покоя нет. Несмотря на различия в условиях жизни английских классов в викторианскую эпоху, вера в сверхъестественное была присуща как простолюдинам, так и аристократам. Наиболее суеверными были представители профессий, связанных со значительным риском для жизни, например, рыбаки, шахтеры. Викторианцы, тем не менее, не теряли здоровый национальный юмор, жизнелюбие и умение с помощью традиций противостоять любым неприятностям. Екатерина Коути и Наталья Харса решили пересказать для русского читателя легенды, сказки, приметы, баллады, популярные в Англии XIX века. Вся жизнь подданного Британской империи с момента рождения и до смерти сопровождалась незыблемыми традициями и обрядами, многие из которых вызывают сегодня смех и недоумение. А вы, дорогие слушатели, знаете, почему невестам нельзя надевать зеленое платье? А кто такие Джек-прыгун, кровавые кости? А знаете, что лучше бросать не букет невесты, а кусок свадебного пирога? Что жену можно было продать на рынке, даже песни по этому поводу пели. Разумеется, важен был и день, и час, когда родился ребенок. Это во многом предопределяло его судьбу. Майские дети считались болезненными и неудачливыми. Кстати, без знания суеверий трудно иногда понять тексты Шекспира, Диккенса, сестер Бронте или современных Терри Пратчетта и Нила Геймана. Екатерина Коути и Наталья Харса в книге «Суеверия викторианской Англии» подробно расскажут о человеческой жизни сквозь призму традиций от рождения до смерти. Здесь и свадьба, и замужняя жизнь, роды и воспитание детей, бытовые профессиональные приметы, смерть и похороны. Отдельная часть посвящена сверхъестественному, чудесам, магии и календарным праздникам. Даже в конце XIX века детская смертность в Англии оставалась очень высокой. Из 1000 родившихся 153 ребенка умирали, не дожив до 1 года. А младенец был наиболее уязвим для нечистой силы. Его могли сглазить или украсть и подложить в люльку своего подменыша. Фейри отдавали бедняжек сатане. Согласно английской народной поэзии, в могиле обитают призраки умерших, и совсем это не полупрозрачная субстанция, а вполне материальная. Кстати, большая часть материалов из этой книги, в том числе и поэтических, на русский язык не переводилась. Поверьте, скучать не придется. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».